Топ-10 фраз, которые вам просто необходимы во время путешествий по Грузии. Итак, приветствие. Гамарджоба. Значит, здравствуйте. Следующая фраза всегда спрашивают. Рогурхар. Как дела? Вы отвечаете. Каргат. Хорошо. Это очень легко. Благодарим мы всегда словом мадлоба. Спасибо. Иногда вы можете услышать араприз. Не за что. Если вы идете на рынок и хотите узнать цену любого продукта, вы спрашиваете «рагирс», причем не «гирс», а «гирс», французская буква «г». Если вы не хотите этот продукт, вы говорите «арминда», «не хочу». Если для вас это дорого, вы хотите поторговаться, вы говорите «цвирья», «это дорого». Прощаемся мы фраза «нах вам дис», «до свидания». И последняя, 10-я топовая фраза, которая попадет в сердце любого грузина, вы должны просто запомнить. «Ме микорс сакартвела». «Я люблю Грузию». Надеюсь, благодаря этим фразам у вас будет просто невероятное путешествие по Грузии.